День добрых дел. Миша родился с синдромом Дауна. Вскоре врачи выявили у него и катаракту. Мальчику пришлось несколько раз оперировать, однако видеть лучше он не стал. Прежние минус 16. Но ребенок начал лучше понимать. Ведь важно не только показывать ему окружающий мир, но и объяснять, что в нем происходит. К 3 годам Миша научился ходить. Пошел в частный детский садик. С ним была его мама. Она гуляла вместе с сыном, укладывала его спать. Мама не стремилась оградить ребенка от неприятностей. Наоборот, показывала пример, как их преодолеть. К примеру, малыша пугали горки. Он даже не подходил к ним. Для решения проблемы мама начала съезжать с них, причем со счастливым видом, улыбаясь. Через некоторое время мама посадила Мишу на колени, и они съехали вместе. Потом еще и еще. Сейчас мальчика от горки не увести. Еще один способ вовлечения Миши в повседневную жизнь – поручить ему нести из магазина небольшой пакет с продуктами. Поначалу ребенок справлялся с этим неважно, волочил поклажу по земле, теряя бананы. Теперь же он вполне уверенно доносит все содержимое пакета до дома. Уже несколько лет Миша приходит на занятия в Центр поддержки семей с детьми с особенностями развития «Дорогой добра». Мама уверена, что если рядом с ее сыном будет находиться уверенный и терпеливый взрослый, то ребенок будет уверенно развиваться, получая новые навыки и знания. Но без нашей помощи Мише и другим подопечным центра не обойтись. Чтобы он продолжал работу, в год нужно 3 миллиона рублей. Давайте вместе соберем десятую часть необходимой суммы – 300 тысяч. И тогда особые ребята не будут отличаться от сверстников, продолжат радовать родителей и педагогов своими маленькими, но такими важными успехами. Отправьте смс на номер 3443 с текстом «Ребята» и через пробел сумма пожертвования цифрами. Например, «Ребята 100» и обязательно не забудьте подтвердить платеж в ответном смс 3443. Вместе мы изменим жизнь особых детей к лучшему.